Хей, йоги, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Vigil Night. Окей, мы с вами попали в канализацию Устья. Ну, у нас еще был один там проход. Это в левой стороне, я хочу как... То, что канализация, это понятное дело, что мы будем сейчас изучать. Хотя, может быть, здесь тоже... А, это заброшенный склад. Подожди, а где? Короче, где-то. Где-то здесь. Да, мы здесь были, смотрите. Ну, типа, сокращение пути. Так, кидать. Как кидать, кидать, кидать? Способность. Так, подождите-ка. Короче, ясно. У меня щит, да, стоит, что урон не пропускает. Так, тут есть дверь. Дверь заперта. Окей. Так, какая-то херобора. Ни хера себе. Так, подожди. Я смотрю, шкалы жизни нету. Ну, мне кажется, она довольно живучая, эта херня. Да, хп у нее до хера. Окей. Короче, это мусор. Обычный мусор. Так, чтобы эта херобора не лазила внизу. Ладно, посрать. Упустил квест, упустил. Ха!
Ладно, в принципе, можно закликать этого челика. На ходулях, который... Так, подожди, тут... А, тут проход есть. Короче, я понял. Сюда сейчас придем немножечко попозже. Живучая херня. Очень живучая херня. Мне что тут не нравится? Слишком место запутано. Какое-то колечко. Я вот не знаю, в принципе, мне кажется, лучше будет так навыки. А, стоит ли вообще тут прокачивать ХП? Или нет? Или лучше уже прокачивать себе оружие? Ну, давайте это... Ну, это заряженное. Следующая заряженная атака наносит дополнительно 30 урона. Херня. Ладно. Я просто попробую. Подожди. Что-то поменялось, не поменялось. Я смотрю, когда та херовина умирает, она втыкивает эти кинжалы, поэтому может мне и урон нанести, ядовитые иглы. Так, снаряжение, кольца мне там какие-то дали. Так, деньги... Кольцо золотого листа. Сопротивление проклятию 20%. Снижает шанс быть замеченным монстрами. Это херота какая-то. Я понял, до свидания. Блин, почему карта... Ой, здесь карта не темная. То есть, поверху я тоже туда же приду, по идее.
Пойдемте сразу вверх и изучу. Как раз хпшку восстановлю. Сохранение долго происходит. Но видите, урон по-странному работает здесь как-то. Все-таки, видите, тут был проход. Так, взяли исцеление. Да, с этой херни лучше прыгать. Оглушенным же врагам, кажется, больше, да, урона наносится. Блин, вот. И вот здесь бы я как раз упал. Вот, это как раз вот это же место, да? Да. Мне интересует верх. Сверху еще что есть. О, нифига, новый вид способ. Вниз и вперед. Хе. Прикольно. Я вид транспорта нашел. Короче, я понял, какой-то крысиный рой. Все, подожди, там что было? Так, камень мерцания. А то я не понял, что... О! Найс. Нападать? На уж. Ладно, давайте я быстро все позабираю, то, что нашел, и продолжим. Так, полетели. Я, короче, сходил, все забрал, где был. Так, мы, ну правильно, мы же сюда, да, тогда шли. Пошли. А что у нас справа?
Не, я подумал, просто не изучено, потому что там темнота. Блин, а мне интересно, если, допустим, щит бы использовал и спрыгнул вниз. Стоп, там еще что-то есть. Короче, я понял, там есть еще сундук какой-то. Зачем я сюда пришел? Сейчас мы за сундуком пойдем. А, я поставлю на паузу, приду и продолжим. Так, я тут. Давайте используем защиту. Дверь заперта. В смысле, блядь, заперта? Так сойдет. Так, проведи еще более мощную заряженную атаку. Держите кнопку особое действие, пока не закончится атака. В смысле? Ни хера не понял. Сейчас будем, короче, изучать. Теперь я понял. Я... Блин, камера, давай быстрее немного поднимайся. Ну, такое. Заперто. Пронесло. Так, ладно. У нас по карте. Пойдемте наверх, наверху есть какой-то проход еще. Хотя у нас и сюда есть проход. Блин, мне кажется, там что-то откроется. О.
сам дверь открыл. Там еще справа есть куда-то. Я даже с ними драться не хочу. В принципе, да, как я и говорил. Так, подожди. Куда тогда это наверх? Давайте тогда уже низ изучу. А потом уже сюда пойдем. Окей. Окей. Ну, тогда больше мне некуда идти. Пойдемте только наверх. То, что там есть типа двери, но они все закрыты. Я не знаю, что это за кусочки только что-то упали. Так, ядовитые стрелы. Камень для заточки. Дверь заперта. Я просто понимаю, что мне потом придется заново здесь лазить. Открывать все эти двери. Мне вот эти шары, блядь, катающиеся не нравятся.
Ау. Окраины там что-то дали. На самом деле, босс никчемный. Вот честно, если говорить так. Так, что... Хо, это эти крысы повыбегали. Навыки. Активируйте непрерывные комбо ударов, нажмите кнопку атаки в момент, когда задержите атаку. Гигантский мешонок. Так, что мне там еще дали? Инвентарь. Так, используйте ее возле ритуального каменного монумента в катакомбах, чтобы перенестись в неизвестное пространство. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп, у меня только 5 картин. Так, 5, 6. У меня 6 картин. Ладно, давайте. Где мой сейф? Ну, босс на самом деле вообще... такое. Ну, типа, стоишь впритык, когда он просто кусает тебя, уворачиваешься. Ух ты ж, ё-моё. А, то есть оно еще и проходит через... Щит, нихера себе. Он, думаю, типа спрятался? Я понял. Давай. Ну такое. Подождите. Где сейф? И во-вторых, куда мне идти? Хм.
А, я понял. До свидания. Так, золото, золото. Японские крысы. Так, ядовитые стрелы. Я просто понимаю, что в какой-то степени мог вообще в другую сторону пойти, где, скорее всего, было безопасно. Так, железные стрелы, горячая смесь. Хотя бы можно было просто побежать. Окей. Так, подожди, а что у нас сверху? Я ж отсюда, да, ещё пришел? Мадай ты, говно! Вещи ты мне сломал. Все. Сохранить. На этом, ребят, мы тогда с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.